I don't want to set the world on fire. Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артём Динамик. Нет, я помогу. Ну, в общем, с вами Артём Динамик, и мы, соответственно, продолжаем играть в игру под названием Fallout 3. Так, тут какие-то бои происходят. Ну, вон там он не полутали чувака, но я так понимаю, что сейчас я туда не пройду, поэтому пойдем поговорим с главным изгоем. Вот, помогаем мы изгоем Братство Стали, если кто не понял еще. Так, я так понимаю, с тобой надо поговорить? Давай кому-нибудь еще, гражданский. Так. А, взять все. Так, пачка сигарет, любительская рация. Ящик пустой. Что тут? Ящик с инструментами. Возьмем все. Так. Ну, давайте вниз. Поедем. Что ж, помогали. И, соответственно, куда-то мы пришли. О, на лифте. Так они что там базарят, ребята? Так, ну тут можно убрать, я думаю. Короче, слушай ты, оружие держи в кобуре, руки при себе, рот на замке. Иди за мной. Что такой дерзкий? Ну ладно, пойдем за ним. Похоже на убежище, да? Бывшее. Какой-то бункер. Супер. Очередной туземец. Да, очередной туземец. Иди вон. Блин, братиш, мы могли побыстрее с тобой идти, вот честно. Вот я бы мог, а ты? Слушай, а что это? Ядро какое-то. Гаечный ключ тут, металлоломчик. Вот не дойдем. Так. Вот он, хранитель. Как вы просили. Я здесь. Спасибо, защитник. Оставьте нас ненадолго. Сэр, я еще раз повторяю, мне не нравится эта затея. Я вас услышал, защитник. Не нравится ему, иди отсюда. Есть, сэр. Пристрелю. Черт знает, что на тебе вводится. Это мне? Это тебя прислал Морил. Скажу на чистоту. Жителям пустоши я разве что чистить себе броню. Да что-то он тебе гниловато, броня. Ну, вряд. Однако, у тебя на руке этот компьютер. Ха. Теперь я вижу, что Морил был прав. Может, ты нам еще и пригодишься. Так. Ясное дело, кто же откажет помочь мрачным дядькам крутой броня? Ладно, все ясно. Я не собираюсь тебя запугивать. Мне просто нужна твоя помощь. И нам обоим от этого может быть выгода. Какая мне будет твой выгода? Твой наручный компьютер. Он мне нужен. И ты умеешь им пользоваться, ясно? Вот и все. Никто тебя не обидит. Так, что нам от тебя нужно? Судя по записям, на этой базе есть образцы ценной техники. Но нам до них не добраться. Арсенал за бронедверью и заблокирован намертво. Мы уверены, что доступ будет открыт любому, кто пройдет программу-симулятор этого комплекса. Но для этого нужен особый интерфейс. К сожалению, у нас его нет. А у тебя есть. Прямо на запястье. Ну отрубите запястье мне. Пройди в симулятор и пройди программу, чтобы открылся вход в арсенал. Само собой, ты свою долю получишь. Что нам моделирует? Освобождение Анкориджа от китайских коммунистов. Важная веха в американской истории, если верить нашему писцу. Врать не стану. Это тяжелый боевой симулятор, и протоколы безопасности отключены. То есть, если ты там погибнешь, в реальности у тебя остановится сердце. Окей. Раз ты все это еще слушаешь, значит, тебе интересно. Не будем терять время. Сибли отведет тебя к капсуле. Олин расскажет все, что нужно знать. Если захочешь уйти, уходи.
Мои люди тебя останавливать не станут. Иди забейся в какую-нибудь пещеру. Вошли. Мы можем судить, это тренировочный симулятор. Остальное ты нам расскажешь, когда из него выйдешь. Так, тут еще металлоломчик лежит, давайте заберем, потому что я знаю, что металлолом нужен для починки того или иного. Скраб-метал. Олен, вот он. Держись подальше, шапка. Черт знает, что на тебе вводится. Господи, ты женщина. Хрень говоришь. Так, Олен. Тук-тук. Олен, у меня для тебя новичок в подарок. Что? Давайте запишемся. Будем надеяться, что на этот раз ты будешь погуманнее, чем с прошлым типом. Иди к черту, Сибли. Ты же знаешь, это не моя вина. А что у нее глаза красные? Она демон? Сделай хоть что-нибудь. Нам всем тут надоело выше крыши. Ладно, тогда иди отсюда и не мешай мне делать мою работу. Да, иди отсюда. Держись подальше, шавка. Черт знает что. Хочешь помочь? Тогда надевай это на себя, лезь в кресло, и я включу симулятор. Очень культурно, совсем так пытаюсь пока помочь. Пока мы от тебя не увидели реальной пользы, ничего иного не жди. Расскажи подробнее о симуляторе. Твое невежество просто омерзительно. Хотя этого невежество суют куда-то меня. Симулятор отражает, должно быть, одно из величайших событий того времени. Освобождение Анкориджа на Аляске от китайцев. В конце концов, американцы освободили город, но ценой огромных потерь. Этот симулятор готовил солдат к тому самому сражению. Тебе стоило бы подучить историю. Так. Ну что, запишемся еще разочек и погнали в капсулу симулятора? Костюма, я тебя в эту штуку не пущу. Еще не хватало контакта пожечь. Окей, а где костюм-то? Снаряжение, костюмы. Дала что-нибудь? Где костюм? Костюм у тебя, так что надевай и лезь в симулятор. Сперва тебе надо надеть нейрокостюм. Нейрокостюм, он у меня, говорит. Ну давай посмотрим. Так, шлем охраны. Силовой шлем. Рабочий плащ шерифа. А вот нейрокостюм. Давайте посмотрим, как ему. Ух ты. Прикольно я выгляжу, да? В кресло садимся. Так. Оу. Бринг. Ёперный ветер. Где ноги-то мои? Так. Ух ты! Паршивое падение у тебя было, ничего не скажешь. Когда твой парашют сложился, я думал, тебе крышка. Надеюсь, остальные выжили. Их патрули нас вряд ли заметили. Так что мы хотя бы нападем неожиданно. Снаряжение у тебя при себе, так что решай. Можешь двигать по-тихому или с шумом, как хочешь. Я с шумом. Мы встретимся внутри, как собирались. А потом взорвем эти пушки к чертям. Но поосторожнее. Красные пленных не берут. Удачи! Так, стоп. Задание завершено, помощь изгоям. Так. Оружие. Да, у меня тут оружие-то. А! Братиш! А мне куда? Ну окей. Вы нашли утесы. Ладушки. Так, а как выйти-то отсюда?
Так, он упал, что ли? Отлично, следующий уровень. Так, взрывчатку на 10 прокачиваем. Отлично. И давайте... легкое оружие на 3. И тяжелое оружие на 2. Так, берем, значит, следующее. Годы детской бейсбольной лиги отточили наши навыки варюга. Так, не хочу жену убийцы, не хочу. Интенсивная тренировка, папенькин сынок. Давайте возьмем интенсивную тренировку. И возьмем немножечко. Так. Интеллекты. Давайте возьмем вот это. Что это? Диспенсер здоровья, ага. Я понял, короче, это хилит штука, да? Так. О. Ух, еще откуда дозу. Ох, уходим, уходим. Давайте отойдем. Вот тут сядем. Че ты не прыгаешь-то? Так, перезарядились. Так, давай по торсу. Блин, с них пухи-то не падают, да? Вот отстой. Я надо... Так, давайте вот это вот. Здоровье восстановлено, отлично. Так. Я надеялся, что с них пушки, может, падают. Так, а где враг-то? Ничего нет, интересно. Ладно. Давайте запишемся. Так, там нет китайский солдат? Ага, прямо передо мной. Вражина стоит. Так, ну ладно. Внимательно. О, винтовка. Так, осторожно, мне говорит. Вас не видят. Так, винтовочка. Противопехотная мина. Так, ну, здоровье мне не надо восстанавливать. Так, давайте сразу возьмем винтовочку, наверное. Что там по патронов? О, ништяк. Так, потихоньку продвигаемся. Фу, автомат. Китайский. Диспетчер боеприпасов.
Где ты? Хорош! Так. Так. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас пополним боеприпасы и пополним здоровье. О, прикольно, да, такая миссия? Кстати, там-то стоит. Чё ты? Так. Бежит паренек. Отъехал. Так, выходим. Ох, ему там балду снесло, видали? Так. Что? Стелс-бой. А, это... Такое для невидимости, да? А куда нам дальше-то? Не, ну тут я не попаду, просто это гарантия 200, а вон туда надо. Так. Вроде никого. Ладно, пойдемте дальше. Слушайте, интересная очень миссия. Слушайте, я иду по железу, как будто я поезд. Тух-туда. Вон там парень сидит, не знаю, попаду, не попаду. Ближе подойду. Так, ну, давайте поближе. Скрытная атака, убит. Окей. Так. Никого тут вроде, да? Хорошая винтовка такая, да? Где ты? Спрыгнул такой, да? Так, хилки здесь нету? Ну ладно. Окей. Понимаю, нам в эту дверь. Так, на ванпост. Ну что ж, друзья, продолжаем. Пришлось мне немножко прерваться на недельку. Вот, то есть для вас это прошла секунда, а для меня неделька.
поэтому я уже все забыл. Ну, мы идем сражаться с китайцами, я помню, да. Кто-то упал. Кого-то убили. Так. Вот что, винтовка Гаусса. Окей. Ну, пока меня снайперка устраивает, посмотрим, что дальше. Так. Кто там упал-то? Так. Динчуэй. Знаете, чем-то Скайрим напоминает. Так. Ну, хотя, наверное, все-таки. Критическое попадание по китайскому солдату. Я такой, я могу. Ничего тут не... Вроде нет, ладно. Осталось 4 патрона, 8, наверное, патронов. Или 4, или 8. Не пойму, ладно, сейчас устрою, пойму, это, как тут считается. Так. Чего тут нету? Окей. Сюда. Что же здесь у нас, друзья? Что за бункер? Так, это наш парень. Черт! Красные так и кишат повсюду. Еще чуть-чуть, и мне бы конец. Понял вас. Да, хватит трепаться, погнали. Можно рвать тут все к чертям? Я тебя прикрою. Уничтожить 3 артиллерийских орудия. А чем? Чем я буду, интересно, уничтожать? Китайцы, смотри, какие китайцы, ух, какие китайцы на экране. Эй, поаккуратнее рядом с краем. Тут падать придется чертовски долго. Ладушки. Внимание, наверху гости. На каком? Ты, во-первых, не ори. Ой, двигаем дальше, там он. Так, окей. Винтовка Гаусса. Ну, что это? Ага, это типа... Типа понял, так. Ладно, берем китайский автомат, так отойди. Окей, берем автоматик. Иди сюда, так, что тут у нас? Левая нога, ну давай. Да, с этой винтовочкой как-то слабоватенько выходит, ну ладно. Идем дальше, смотреть, что у нас тут.
по курсу, солдат. Если я хоть день проживу без мостков, то помру счастливым. Смотрим, аккуратно надо быть. Я вас слушаю, вашей великой стене, своими руками размажу. У меня для тебя полный. Окей. Заминусили. Идем дальше. Китайский автомат Калашникова. Ну видели, какая разброс пули его. Здесь стимулятор. Помощь. Стелс-бой. Не, нету. Дальше через комплекс будет вход на артиллерийскую базу. Не знаю, что нам там приготовили, так что будем на чеку. Ладно, так у нас со здоровьем проблемы. Как здорово, потрошки. Микроядерные батареи. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас по, теперь по оружию. Винтовка Гаусс 11. Вот это мне больше нравится. А аптечки здесь нет, подожди. Не, нет здесь аптечек, ладно. Пойдем. А что тут? Пещерный проход какой-то. Так, тут пулеметный расчет, а если мы в пещерный проход пойдем, что будет? У меня для тебя подарочек, комби. Может быть, мы сможем обойти? Так. Здесь нету? Да, здесь нету. Очень хочется подлечиться, друзья, очень хочется. Это противник рядом говорит. Ну и ладно. Угу. Не надо по мне стрелять.
короче, комми. Так, он там сидит. Отлетела голова вроде. Фух. Так, это наш. Отлично, уровень. Фу, слава богу. Так, что мы прокачаем? Мы прокачаем гранатомет, лазер, минигат. Так, среднее оружие надо прокачать. Легкое и среднее. Ладно. Вот и тяжелое на 5 еще. И... науку на 5. Не хочешь. Ну ладно, 4 на 4. Так, берем. Годы детской бейсбольной школе. Ворюга. Жена-убийца. Интенсивная тренировка. Папенькин сынок. Фанатик оружия. Давайте возьмем его. Так, а я могу как-то поспать, нет? Information тут. Так, ладно, что тут у нас? А, ну мы могли взломать, и он бы сам китайцев, наверное, побил, да? Но мы не взломали, окей. Сейчас поднимемся наверх. Блин, ну вот... вначале хилки были на каждом шагу, конечно. Сейчас хилок просто... О, вот она. Это нормас, так. Ничего не ловит. Окей, присядем опять, чтобы с приседа оно и стреляется получше, я думаю. Так. Внимание. Короче, защиту головы используйте. Большая вероятность того, что что-то полетит вам на голову, видимо. Так. А сюда! Взять их! Не дайте красным удрать! Вижу противника! Так, спрятаться. Ой, патроны кончились. Будут знать, как с нами связываться. Так, окейшки. Нам наверх, я так понимаю, да? Неожиданно. Так. Так, все забираем. Нормальненько, все, полечились, восстановились. Ну как тут это?
Бомбит. У кого-то пуканчик. Твою мать! Что? Вон там, видишь? Это химеры. Их чертовы танки. Не бойся, они до нас не добьют. Окей. Ну там вражина была. Вот тебе подарок от дяди Сэма. Так, сюда. Так, а ракетной установки-то у меня что-то нету. Микроядерной батареи. Странно. А где моя... Так, подожди, а вот этот... Сейчас я хочу посмотреть, кто есть снаряжение. Я хочу посмотреть оружие. Винтовку Гаусса. Призарядить-то не надо? Нет, она однозарядная, да? Вот это снайпер берем. Тебе подарочек от дяди Сэма. От дяди Сэма. От дяди Сэма нет подарочков. Так. Чувство плеча у них развито великолепно. Хорош. Так. Стекло, я надеюсь. А то сейчас как грохнусь. Так. На исходе боеприпасы для тяжелой артиллерии. Вижу противника. Вступаю в бой. Беру этого на себя. Уходим. Так. Чисто, он говорит, двигаем дальше. Ой, вот это чисто. Ой-ой-ой! Так, ребятушки, надо бы... Или винтовку Гаусса взять. Нет, 19 патронов мало. Возьмем автоматик, так. Сюда, наверное, да? Заблутаешь тут. Заблутаешь в этой базе-то, а? Еще стреляет кто-то, все это бабахает. Пам, в жбан. Так. Хилка, боеприпасы. Прекрасно вообще. Это вообще классно. Так, берем снайперку.
ракеты, снаряды. Так, нормально. Пошли потихонечку. Вот это хорошо было поставлено. Ну, пока хорошо не стоит. То есть я немножко прохожу и... Где китаёзы? Где китаёзы? Ладно, ладно. Я ошибся. И что? Пошли дальше. Чего, 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 чего? Невидимки? Двоих снял. Вступаю в бой. Ай! Я для тебя подарочек, комми. Пойдемте подлечимся. Потому что это невидимчики, это все неприятно. То есть сейчас подлечимся, ребят. Пойдем дальше. Самураи хреново. Так. Предельно внимательно смотрим. Чтоб нигде воздух не рябил. Блин, как они задолбали, а. Лабиринт какой-то прям, да? Сейчас мы здесь пройдем. Понимаю, нам сюда, судя по всему. Так, пополнять их здоровье, боеприпасов. Так, окей. Ну тут еще и сохранялка получается. Фу, длинная миссия, не правда ли? Так, вот эти пушки надо взорвать, да? Ну, я так понимаю, явно не. Воу, штырит, штырит, да? Закладывай. Одно из магазинов... Так, когда вы установите зачатку, взялся, чтобы успеть ближе. Вот тебе подарочек от дяди Сэма. Сюда, сюда. Оу! Короче, смотрите, это не помогает. Может быть, сначала выносим бункер. Пытаемся в бункер сесть. Вон там внизу фронт. Эти пушки бьют по нашим парням. Уберем их. Вон из моей стороны, красный. Еще много таких. Откуда? Вступаю в бой! Беру этого на себя!
Так, все, теперь закладываем снаряд. Так. Вроде норм. О, следующий уровень сразу дали. Ничего себе. Быстро мы. Так. А вот на оружие. Так, чтобы взять. Красноречие до 25. А, наука до 25. А, так. И давайте. Сколько у нас? 11 очков. 5 сюда. 5 сюда. И один, давайте начнем потихонечку складываться в энергооружие, потому что энергооружие, как обычно, всегда имба. Так, понимание. Ну, давайте понимание, кстати, возьмем. Хорошо, так. Подорвем эту стрелку. Сейчас подорвем. Так. Все вроде, да, поэтому надо сейчас идти лечиться, брать броньку. Так, берем, все собираем, потому что вдруг для чего это пригодится, да? Мы же не знаем. Ставим. Ладно, взрываться-то будет, да? Есть. Осталось закончить. Так, ну теперь вот этот и назад бежим, короче. Последняя пушка. Уберем ее с карты. Все, пушки взорваны. Отлично. F5 сохраняем, все. Отправляйтесь в полевой штаб, чтобы доложить генералу Чейзу. То есть нас переводят в следующую симуляцию, так понимаю. Отличная работа с этими пушками, черт возьми. Просто класс. Спасибо, сэр, надо сказать, обязательно мы же... Не благодари. Я хорошего солдата за версту вижу. Вот почему я послал тебя. К сожалению, пока вы там скакали по горам, нам тут внизу надрали задницу. Китайцы решили использовать наш полевой штаб в качестве мишени. И чуть не разнесли всех нас на кусочки. Мы потеряли немало отличных людей. В том числе полковника Паттерсона, командира ударной группы. Очень жаль, сэр. Чёртовы красные. Когда же мы, наконец, прогоним их до самого Пекина? Но я тебя сюда вызвал не для дружеской беседы за сигарой. У тебя новая вводная, солдат. Называется повышение по службе. С этого момента ты командир ударной группы Паттерсона. Какие приказы, сэр? Между нами и штабом китайцев три хорошо укрепленных цели. Вот тут нам и нужна твоя ударная группа. Пойдем к тактической карте, я изложу тебе обстановку. Так что ж, друзья, на этом, пожалуй, серию закончим. А в следующей уже продолжим проходить. А всем спасибо за внимание. С вами был Артем Динамик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока, друзья, до встречи.